А давайте поедем, а то других мест не увидим. Ао! Во! Иди, возвращайся! Что, уже целый пакет? Нет, не целый, конечно. А что это там торчит? Где? Из пакета. Пакет порвался. Сейчас у нее там еще три горсти. И ведерко есть, можно ведерко. Еще немножко, это уже небольшая сковорода. Я сок там килограмм. Тяжелок вообще пустой. Не-не-не, вот ведерко. У меня там камера. Ведерко можно. А она хотя бы открыталась? Да-да-да. У нее просто еще много там грибов. Пусть пакет возьмет. А где мои сыроежки? Здесь же. Где? Здесь же? Все да. Хочет. Потом все равно что-то будет перебрать. Там классная елка. Мы тоже наша прикольная елка. Такая закрученная. Кольцом. Все, мы поехали. Опять ведовка? Ведовка? А это груз дешевый? Да, хочу положить, вдруг у нас найдем. Ну, положи, конечно, в отдельный пакет. Здесь если и была дорога, то видишь, все заросло. Пожарные траншеи фиг знает куда дойдем. Дорога перед деревней должна быть. Вот туда, вот это от домика, вот туда вот. Ага. А здесь была, конечно, дорога. Была однозначно. Вон еще скворечник. Угу. Ну теперь-то что? Привязывать, наверное, ведро. Ну, понятно, а вот и нет. Видите, нормально, но...
12. Надо было брать больше еды. Давайте вот имеешь в виду, где зверосовхоз, там магазин. Там один раз чисто случайно проехал, удивился тому, что там вот эти же домики уже многоквартирные, да. И у каждого свой огород. Для таких мест это нормально. Люди живут в многоквартирном доме, а потом остается. Я вот так проскочил насквозь. Не на том повороте повернул, когда ехал через лес. Решил проверить, что за дорога. А мне кажется, это пожарный канал, который просто круг делает. А сама дорога может быть дальше. Хотя нет, там свежие канавы, это достаточно прошлогоднее видео. Распахано. Вот наша дорога. Там вот карьер. Так. Сейчас пока надо дальше поедем. Вот такой прикольный лес. Здесь на всяких посадках. Именно в это время года можно найти рыбу. Где-то ценность много разницы. Но, конечно, еще и сами редко. Что, поиск белый? Поиск белый? Настоящую поганку я знаю. Я так понимаю, зараз как синица. А я тут нету? Наверное, вот что-то похожее. Старики серы. Ели. Синица это самое у нас. В районе моста через версту ЖД. Где-то там, по дороге.
богатого почтенника есть. Вот прикольно бы найти под березой. Найди. Эта береза тут, мне кажется, есть под соком. Да, видите, просто не было дождей. Ничего вообще не было. Просто позавчера там. Да, здесь сухо сейчас.